Okay, La, about 1 year ago, I informed to national parks. This is Clementi Forest, Clementi River or Clementi Stream, I don't know. And this freezer in the forest, okay. I informed in one service about freezer, drop it in path. Sorry, my English very bad. I inform about freezer, drop it in a hiker path, and some hikers and may enjoy it by this very sharp and cut. Some days freezer closes by this greenery and national parks semi. Okay, we inform and we removed it by maybe something wrong, and he says by December or October 22 year. Okay, 6 months ago it's say to remove this freezer. Okay, but here hiker just go here and ouch. Some hikers found this freezer in the forest again, and now I changed to Russian, but I don't clearly say English. Так вот, короче, с полгода назад, а то и больше, этим мудакам из National Park сообщил о том, что вот тут вот на этой тропинке в Clementi Forest находится этот ёбаный холодильник, простите. И он обычно закрыт нахер зеленью. То есть вот он зарастает. Это я сейчас вот эту зелень, ее отодвинул просто ногами, блин, и порвал, потому что, блин, это реально опасно, когда люди идут по тропинке и утыкаются в холодильник. И хер с ним утыкаются. А тут вот острые углы, и они просто об них могут, простите, да, повредить коленку. Как вы понимаете, я не просто так это говорю. Вот, эти мудаки обещали мне то, что где-то в районе ноября-декабря они уберут холодильник. Апрель 23-го года, холодильник тут. Можно ли верить правительственным агентствам Сингапура в их обещаниях? Ни хера. Как был холодильник, так и остался. Все. Я организую ребят с хайкинга, чтобы просто вынести эту херню вот отсюда, потому что, блин, ну реально, напороться вот на такую железяку, причем на уровне колена, когда ты идешь просто погулять по лесу, это не просто больно, а это еще и травмоопасно. Я понимаю, там провалиться в яму или еще что-то, да, окей, там стоит табличка о том, что у вас на голову могут упасть ветки. Но, блин, техногенный мусор в лесу – это непорядок. Вот, все, что я хотел сказать. С вами был не туристический Сингапур, да, и вот обычно холодильник, заросший вот этой вот травой, и... это больно, реально. Это реально больно. Они тут что-то собираются делать, разметили даже. Мудаки, одним словом, не верьте правительственным агентствам. Все, всем пока, с вами был я.